Малый барабан серии One. Великолепнейший инструмент. Он меня покорил сразу. Когда я достал его из коробки, я держал в уме, что это композитный инструмент, сделан из всех возможных благородных сортов дерева, которые только существуют. Но когда я поставил его на стойку, ударил в него, неужели, думаю, как-то странно, что-то здесь не так. Еще раз. И только потом я прочитал, что в комплектации барабана нет ни клена, ни дуба. Он сделан из березы и вишни. Вот. Но он настолько самобытен, настолько уникален, как и все барабаны этой серии. У него нет братьев, есть только двоюродные. То есть аналогичных барабанов этой серии не существует. Каждый барабан чем-то отличается обязательно от друга. Он оснащен системой крепления. Например, в отличие от стандартных серий, здесь уже идет фирменный логотипчик Premier. Стандартная пружина. Вот. Ну, в общем-то, здесь есть еще такой микрозажим. Интересное крепление. Вот, весьма надежное. Вот такие вот удлиненные лаги. Все болты стоят с пластиковыми прокладками. Ну, в общем, у него все задатки дорогого, хорошего, очень приятного тембрального инструмента. Это любовь с первого взгляда. Когда этот барабан попал ко мне в руки, я его крутил, вертел, и я не понимал, что происходит. Мне не хотелось его отдавать. Я понял, что этот инструмент создан для меня.